Здравствуйте, ребята. Наш разговор сегодня пойдет о роботах, о которых немало создано фильмов. При этом надо сказать, что художественные фильмы созданы отчасти из фантастических идей писателей, но с немалой достоверностью реальных роботов из нашей повседневной жизни и современного производства. Все роботы можно разделить на две большие группы. Стационарные роботы на фундаменте, которые обычно используются в промышленности, на линиях сборки, сварки кузовных деталей автомобилей. И мобильные роботы, которые могут перемещаться, как робот-пылесос, всюду и выполнять работу везде, куда смогут добраться. В свою очередь, мобильные роботы можно разделить по способу передвижения на следующие виды. Передвигающиеся на колесах или гусеницах, шагающие роботы, плавающие и летающие роботы. Промышленные роботы – это, как правило, мощные роботы-манипуляторы, установленные на неподвижный фундамент и способные выполнять действия в радиусе, равном длине их руки. На конвейере их ставят в ряд сразу несколько штук, и каждый выполняет несколько операций. Ну, например, таких как сварка, резка, диагностика событий. Для разработки таких роботов нужны знания в области механики, теории машин и механизмов, силовой электрики, так как захваты деталей у них срабатывают от пневматического или гидравлического привода. С 2001 года медицинские роботы для хирургических операций используются в реальных условиях. Такие роботы выполняют свои функции, используя манипуляторы через систему дистанционного слежения. Это позволяет лишний раз не касаться тканей больного человека во время операции, а значит меньше травмировать больной орган. К разряду медицинских роботов можно отнести и экзоскелеты, которые помогают людям с проблемами в опорно-двигательной системе передвигаться по полу, шагая ногами. Они могут использованы быть в качестве протезов рук, брать предметы, управлять такими электронными мышцами, сейчас уже возможно, снимая датчиками сигналы с мышц человеческого тела. Наука, занимающаяся подобными проблемами, называется бионика. Подводные роботы используются в морском деле для проведения аварийно-спасательных работ и различных исследований на дне моря. Работа таких роботов осложняется тем, что ими невозможно управлять дистанционно, по радиоканалу. Как известно, радиоволны очень плохо распространяются в водной среде. Поэтому таких автономных роботов надо заранее тщательно программировать, чтобы они смогли выполнить поставленную задачу и вернуться на базу самостоятельно. Сельскохозяйственные роботы очень актуальны в наших российских условиях. Поскольку в стране много земли и мало людей, приходящихся на один квадратный километр, то при выращивании на больших площадях различных растений без автоматических помощников ну никак не обойтись. Преимущество робота перед человеком в том, что он не устает при обработке большого количества насаждений и может работать круглые сутки, пока не кончится заряд в батареях. Такие роботы могут с большой аккуратностью распылять и удобрять почву прямо под корнями растений, экономя при этом ресурсы и оберегая сами растения, не заставляя людей дышать вредными испарениями. Для строительства жилых домов в мире начинают использовать метод 3D-печати. Однако, если изготовить на 3D-принтере пластмассовую поделку и не составит особого труда, то для строительства больших объектов, таких как здания, необходимо решить массу технических, технологических и инженерных проблем. Одна из самых актуальных задач – это подбор строительного материала. Он должен быть пластичным, чтобы легко формировался при монтаже, и быстро сохнущим, чтобы не деформировался, когда на первый слой будет наноситься второй слой. Консистенция такого материала должна напоминать зубную пасту.
Кроме того, дом из такого материала не должен разрушаться от внешних воздействий – ветра, солнца, дождя и снега. Он должен хорошо защищать от жары и холода. Сейчас такие материалы изобретаются и защищаются патентами. В скором времени мы, возможно, увидим бум строительства домов по технологии 3D-прототипирования. При этом будут использоваться строительные роботы. Первым космическим роботом можно считать луноход, отправленный на Луну еще во времена Советского Союза в далеком 1970 году. В 2011 году американцами к Марсу был направлен робот Curiosity, название которого переводится на русский язык как «любознательность». При его отправке и высадке на Марс пришлось решать очень много технических и инженерных проблем, с которыми разработчики справились блестяще. Была разработана специальная платформа на реактивных двигателях, которая, подлетев к поверхности Марса, зависла над ней, и марсоход очень бережно на лебедке сам с нее спустился на поверхность. Робот был отправлен и к комете Чурюмова-Герасименко. Этот межпланетный агрегат тоже полноценный робот. Он проводит исследования поверхности в точке высадки, берет пробы грунта и анализирует их прямо на месте, передавая на планету Земля в цифровом виде данные о составе почвы, поверхности, на которой он работает. Сервисные роботы помогают нам в повседневной жизни. Именно к сервисным роботам можно отнести робот-пылесос, который помогает чистить пол в доме в отсутствие хозяев. Бывают сервисные роботы телеприсутствия, которые на выставках или в местах большого скопления людей помогают сориентироваться, подсказывают, куда сейчас стоит сходить, и отвечают на вопросы посетителей. В школе такие роботы телеприсутствия могут помочь тем ребятам, которые болеют и не могут прийти в школу на занятия, почувствовать себя в коллективе, побродить на переменке по коридорам, пообщаться с друзьями, получить задание на дом. Бывают роботы-музыканты. Они не играют на своих музыкальных инструментах под фонограмму, а реально извлекают музыкальные звуки, ударяя палочками по барабанам, дотрагиваясь до струн гитар и нажимая клавиши своих инструментов. Такое шоу роботов в настоящее время гастролирует по миру, бывает в России и всегда пользуется огромной популярностью. Еще один проект, который можно отнести к сервисным роботам, это обучающийся робот-колобок. Он может быть полезен не только как забавная игрушка для ребенка, но и как способ совместного обучения. Такой робот задает вопросы, запоминает ответы и может вести с каждым разом беседы на все более сложные темы. По способу перемещения сервисных роботов можно разделить на колесные, гусеничные и шагающие. Самым известным из шагающих роботов является японский робот Осима. Такие роботы уже используются в некоторых кафе как разносчики еды. Компания Boston Dynamics создала робота, который называется «Шагающий мул». Эта компания продала свою разработку компании Google за несколько миллиардов долларов. И теперь такой шагающий четырехногий робот стал использоваться для переноса тяжести через пересеченную местность. Такой переносчик не устает даже после перехода в 70 километров. Для его работы достаточно только подзарядить батарейки. К сервисным роботам можно отнести и систему круиз-контроля на автомобилях. Причем, если раньше такие системы только поддерживали определенную скорость при движении по трассе, то сейчас появилась значительно более интеллектуальная система круиз-контроля, которая определяет расстояние до идущего впереди автомобиля, позволяет двигаться со скоростью, задаваемой лидером в колонне.
Следующим этапом развития такой технологии становится способ управления группой транспортных средств в езде за лидером. Таким образом, колонну автомобилей ведет водитель, сидящий в первой машине, а водители в ведомых автомобилях могут не следить внимательно за дорожной обстановкой, а заниматься чем-либо другим. Ну, к примеру, пить кофе, проверять почту, слушать музыку или читать книгу. Такая система уже создана европейским сообществом, испытана на треках компании Volvo и сейчас запускается в коммерческую эксплуатацию. Называется эта система по имени философа Сартр. Надо заметить, что для разработки таких систем нужны знания по механике, электрике, гидравлике, электронике, программированию и протоколам связи. В связи со сложностью решения такого рода задач, над их решением трудятся большие коллективы инженеров. В заключение хочу задать вопрос. Какой робот вам запомнился больше всего? А вот и небольшое домашнее задание. Выберите один из типов роботов и подготовьте доклад о роботах данного типа.